Здравствуйте, дорогие и уважаемые наставники! Здравствуйте, дорогие наши звезды! Всем привет, друзья! Так вы дива? Здравствуйте, дива! Меня зовут Светлана Агарвал, я из Минска. Вы прямо в каком-то индийском наряде перед нами? Или Клеопатра, или Нефертити? Я стараюсь быть многогранной, интересной, многоликой в хорошем смысле этого слова. Всю жизнь я мечтала быть артисткой. Тогда еще в детстве были на пике популярности индийские кинофильмы. Вся моя музыкальная деятельность началась именно с песни Джимми Аджа. Я тогда совсем не знала, что я запишу эту песню в профессиональной студии. Я тогда еще язык хинди не понимала, сейчас этот язык понимаю. Естественно, бывала в Индии не раз, и волею судьбы я вышла замуж за индийца. Не так давно меня внесли во Всемирную книгу рекордов Лондона в номинации «Мировые исполнители за внесенный вклад в развитие двух культур – Индии и Беларуси». Для меня мероприятие «Фактор Бай» сопоставим с неким индийским блюдом, куда, естественно, добавляются специи, где карри, сюда входит чили, сюда входит кардамон, что-то и сладенькое, и перченое. Это смесь такая, знаете, смесь, из которых состоят наши эмоции на этом конкурсе. Первый сезон «Фактора» я наблюдала и очень переживала, что меня здесь нет. Мне очень хотелось прийти сюда. И однажды мне приснилась Ольга Бузова. Мы сидим с ней за одним столом. Так. Ольга, поворачиваетесь вы ко мне и говорите: «А мне ваши песни индийские нравятся». Так пусть этот сон сбудется, Светлана! Джимми Аджа! Джимми Аджа! Джимми Аджа! Ай, джари мэриса, я джаги джагира, Бухари куджису, суна дево ведми. Джимми, Джимми, Джимми Аджа! Джимми Аджа! Jimmy, 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 Jimmy,
люблю вас, Сергей Соседа! Серега, черный бумер, черт возьми! Ольга Бузова, самая экстравагантная, самая яркая, самая необыкновенная. Мы обожаем вас. Руслана Лихно, ты наш, наш. Джимми. Радж. 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 Радж, Руслан. Уже Радж. Но я могу точно сказать, Светлана, ну, Руслан, у тебя да, но это вот даже вот... Так я вот хотел спросить зрителя, кому говори молодец? Ты мог не стараться, мы тебе да, да, сказали, ты уже ты еще дышишь так. Все, да. Джимми — это энергичный танец. Радж — это высший сан. Да, да. В Индии. То есть я сразу перескочил в лагерь. Ты теперь король. Ты понял. Светлана, напомните мне, пожалуйста, что я вам сказала, когда приснилась вам в прошлом году? Вы мне сказали, повернулись вот так ко мне. А мне нравятся твои индийские песни. Во сне была допущена просто ошибка. Невероятная ошибка. Я должна была вам сказать, а нам нравятся ваши индийские ура! Песни. У вас 4 «да». Спасибо огромное! Спасибо! После этого номера спину стреляет. Ты подарила нам такой фейерверк эмоций. Я научился благодаря тебе танцевать и выучил несколько слов на хинди. Но я тебя поздравляю. Спасибо за то, что ты у нас есть.